Нижегородская компания «Хома» производит в основном промышленную и строительную химию. В нынешних условиях предприятие взяло курс на импортозамещение и открывает новые производства. Частично мы можем заместить ту продукцию, которая востребована целлюлозно-бумажными комбинатами. Это связующие для меловальных фаз, специальные продукты для обработки бумаги. В компании разработали материал для производства одноразовой посуды, полностью заменяющий привычный полиэтилен. Все это придумали и уже внедрили в производственный процесс на предприятии. Нам интересно разрабатывать продукты для бумаги. Это могут быть и связующие для полиграфических красок, и системы поверхностной, внутримастной обработки бумаги. Скорее, это можно назвать нашей стратегией диверсифицироваться в сторону не только лакокрасочных клеевых отраслей, но и в сторону клеевых отраслей. Сейчас компания намерена вдвое увеличить производство до более 50 тысяч тонн продукции в год, чтобы закрыть все потребности рынка, возникшие за последние месяцы. Хороших вам новостей!